Здравствуйте! Приветствую вас на канале «Горячая новость». Друзья, Михаил Жванецкий умер в реанимации, но не от коронавируса. Вдова Романа Карцева рассказала, что случилось с Михаилом Жванецким. Даже находясь на самоизоляции, сатирик продолжал писать. То, что Михаил Жванецкий плохо себя чувствовал, стало понятно, когда месяц назад он объявил о завершении своей концертной деятельности. Артисты, а Жванецкий, безусловно, был еще и большой артист, просто так, без всяких причин, со сцены не уходят. С октября его мобильный телефон на звонки не отвечал. Близкие и друзья знали, что Жванецкий серьезно болен. И все равно новость, которая пришла сегодня днем, повергла и коллег, и друзей в шок. Жванецкий хоть и объявил о прекращении концертной деятельности, но не прекращал писать. Все время он находился на самоизоляции и продолжал работать. И об этом знали его друзья. Для всех его уход случился слишком неожиданно. Кто-то уже успел отрыдаться, а я еще нет. Не сдерживая слезы, ответила артистка Клара Новикова и повесила трубку. Не может пока говорить бессменный директор Жванецкого Олег Сташкевич. Подождите интересоваться подробностями. Дайте возможность хоть немного прийти в себя. Михаил Михайлович в последнее время очень болел. Многие сосуды и много других болячек. Рассказал нам сын актера Романа Карцева, ближайший друг Жванецкого Павел Косинцев. Моя мама говорила, что он находился дома под наблюдением врачей, а несколько дней назад его перевели в больницу. Что делать? Возраст и болячки. Заработанные профессией и долгим стоянием на сцене во время концертов. Как у моего отца, у Жванецкого тоже болели ноги. Сосуды ног – профессиональная беда артистов. Жванецкий прожил красивую, достойную, талантливую жизнь, оставив после себя много детей и внуков. То, что писатель умер в больнице, нам подтвердила и вдова Романа Карцева Виктория Костинская. Скончался сегодня днем в реанимации, но не от коронавируса. Вот такая вот, друзья, информация. Я думаю, в ближайшее время все-таки причина ухода Жванецкого будет озвучена. Но, как я уже предполагал и говорил вам об этом, что я считаю, что основная причина здесь все-таки старость. Не нужно искать черную кошку в черной комнате. Все на самом деле, как мне кажется, довольно-таки просто. Конечно, болячки, ноги, там сосуды, что-то такое усугубляли всю эту ситуацию. Но 87 лет, друзья, никто не отменял и отменить никогда не сможет. На этом, друзья, у меня все. Всем, кому понравилось видео, ставьте класс и подписывайтесь на канал. Обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, появившиеся на канале. Всем пока, друзья. До новых встреч.